Обычное музицирование вечернее в семье Алексеевых. Семеро из моих 15 детей, младшенькие, друг перед дружкой. Что за день выучили? Вот гармошки мы осваиваем, уже второй день, как я купил гармошки. Что на второй день они выучили? Начнем с царя. Мой 11-й ребенок, мой 7-й сын, давай. С ошибочками, но это надо доработать, еще время есть, еще время, сколько тут времени-то, вот сегодня доучи, чтобы без ошибок было, еще вон 9 нету. А теперь мой 10-й ребенок, мой 6-й сын, Егорушка. Тоже с ошибочками, но аккордеон у нас блошиного рынка, куплены по дешевке, скотчем заклеенные все, покрашены, отремонтированы немножко. Ну, для начала ничего, второй день как купили, сойдет. Ну, а вы еще, Маша с Андреем и все остальные должны тоже, у нас еще две гармошки, хоть и ломанные, но есть, всем разучить. Ясно? Да. Давай, еще время есть, сейчас сядете, поиграете. А на ночь почитайте. Где улыбка? Угу. Нашему роду нет перевода. Да? Кто звонит? Звонит кто-то в квартиру. Ну и хорошо.